В следующем году на повышение зарплат тульским бюджетникам будет потрачено около 1,5 миллиарда рублей. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече губернатора региона Владимир Груздев. Также он сообщил, что в области низкий уровень безработицы, чуть больше 1%. И еще один важный вопрос, который обсуждался в ходе разговора Путина и Груздева – развитие здравоохранения в регионе. Мы программу модернизации здравоохранения до конца года выполним на 100%. Она у нас 6 миллиардов рублей. Поэтому то оборудование, которое будет закуплено до конца года, это действительно такой серьезный прорыв вперед. У нас изменились и подходы, требования изменились, стандарты другие. Мы приняли международные стандарты. Эта задача еще стала более сложной, имея в виду даже статистическую сторону этого дела. Но дело не в статистике, конечно, дело прежде всего в организации работы. В качестве работы и административных структур, и врачей. И, конечно, в рамках вот той самой программы модернизации, которую вы только сейчас сами вспомнили, предусматривается и повышение денежных доходов медицинских работников.